Всем привет, зрители, дорогие наши подписчики и те, кто еще не подписались. Продаем свою квартиру. 5+2. Султанская квартира, которая осталась с Османской империи. Год постройки 2016 или 2017 год. Да, реставрировали. То есть, когда... Вы такой квартиры точно не видели. Или уже эту квартиру видели. Я ее второй раз снимаю. Квартира относится к нашей компании. Наш партнер хочет продать. Так как я уже снимал раньше, жена не хочет сюда переезжать. Так как большая квартира. Находится она в районе Каркайджак. Здесь у нас открытый бассейн. Сторона восточная. Также северная. Открытый бассейн, открытая парковка. Здесь у нас беседка, вход. Я туда еще спущусь, покажу. Здесь дорогу асфальтируют. Строятся новые проекты. Вид есть на горы. Вид на соседей. Там у нас Рамахмутлар. Вот Айдат 150 лир. Открытая терраса. Квартиру полностью отремонтировали. Она подходит под гражданство. На данный момент еще закон не ввели про 400 тысяч долларов. Пока по старым законам, если сейчас подавать, то можно получить по этой квартире гражданство. У нас гостевая комната или гостиная, или хотите сделать из нее спальню. Огромная. Давайте я очки уберу. Глаза, чтоб видел. Серая окраска. Лазерный измеритель. Отмерим, сколько тут квадратных метров. Раз. И... 33, 34, 33, 32. Там углы 32 квадратных метра. Кондиционеры все новые, фирма Бека. В квартире никто не жил. Наш партнер построил себе, для семьи. Ну, вот. Здесь все использовано, качественные стройматериалы, так как строил он лично для себя. Еще раз повторю. Османские золото, молото, вот так. Вторая комната. Квадратных метров здесь. Сколько? Окна немецкие. Под заказ привезли. 15 квадратных метров. Это спальня. Окна как-то не открываются вверх. Вид на горы. Он сделал специально, чтобы соседи не видели эти комнаты, чтобы отсюда лежали в кровати, смотрели на небо. О, небо, небо. Тоже кондиционер Бека инверторный. Это цвет что-то коричневый, что ли? Что-то уже... Да, коричневый. Света, Светланы нету. Это специальный мрамор. Он тоже под заказ откуда-то привозил эти камни. Также здесь это керамика. Ага. Угу. Третья комната. Шестнадцать с половиной квадратных метров. Это хозяйская спальня. Тут также есть гардероб. Выйдем на террасу вторую. Вторая терраса. Это сторона север, это сторона восток. Как бы посередине. Солнышко восходит с той стороны и уходит. Вот. В Каргаджате строятся пятиэтажки. Выше мэрия не позволяет. И не позволит.
Самое главное у этой комнаты. Гардероб. Шкафчики. С доводчиками там. Двери. Окошко тоже не забыл. Угу. О. Квартира подходит для большой семьи. Также те, кто хотят подать на гражданство. Ага, высота потолков. Спускаемся вниз. Одна комната, два, три. Три комнаты наверху. Деревянные лесенки. Тут освещение по краям. Откуда начать? Отсюда начну. Компания Prestige Paradise. Здесь шкафчик. Прихожая. Тут у нас санузел с турецкой баней в квартире. Подождите. Покажу. Где телефон другой? Так, светильник включу. Или зажгу свечку. Хамам. Хамам в квартире. Это тоже специально какие-то керамику сделала. А этот мрамор, он мне объяснял, это целевой камень. Вот. Такой вот в длину. Видите, да? Только здесь вырезано и там. Вот этот целевой один камень. Тоже откуда-то привозил. Санузел третий. Тут спальня тоже где-то 16 чем-то квадратных метров. Отмерим. Раз. Два. 19 квадратных метров. Тоже не маленький балкон, нормально. Смотрит на город, соседнее здание. Этот вид не закроется. Тут тоже будет вид на город, там тоже будет. Ага. Теплые полы по всей квартире, кажется. Да. Это уточню я. Или нет, только в спальне, потому что там хамам. Это для хамама сделал. Ламинат по всей квартире, кроме прихожей и гостиной. Тут тоже где-то 16 квадратных метров. Четыре, 13,5. Можете здесь сделать шкафчик себе. Вот. Сколько квадратных метров отмерим. Так. Опа. 32,5 квадратных метра. Гостиная, совмещенная с кухней. И балкончик. Так. Так что вид на море есть, на горы есть, тут балкон. И
Итак, дорогие зрители, лифт тоже есть, тоже постараюсь показать. Сейчас вам спущусь я вниз. Цена этой квартиры под гражданство 205 тысяч евро. Сколько комнат было? 5 плюс 1 или 5 плюс 2? Не помню. 3 наверху. 2 спальни или 3 спальни я отснял. Еще гостиная. Или 5 плюс 1 или... 5 плюс 2. Вы сами посмотрели, увидели. Звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Также у нас есть на телеграме горячее предложение. Телеграм-канал можете посмотреть в описании. Цена, описание этой квартиры, все там прописано. Ставим лайки, пишем комментарии. И подписываемся, если еще не подписались. Давайте я вам лифт покажу. Покажу коридор и спущусь вниз. Ролик не закрываем. Да, 5 плюс 1. Выходим. Один сосед. Второй и третий. 4 квартиры на этаже. Вызовем лифт. Мы находимся на 5-6 этаже, так как внизу коммерческая недвижимость, там 2 этажа. И видите, сейчас 3 этаж, но на самом деле 5 этаж. Вместимость 4-5 человек. Да, проект в 2016 году был сдан. 5 лет он собственник, так как гражданин Турции. И может под гражданство продать эту квартиру. Вот я вам показал. Внизу что-то есть. Вход. Ага. И тут вот коммерческая недвижимость. Сад. Бассейн. И вот фасад здания. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, спасибо, что посмотрели ролик до конца. Всем пока-пока.